Будь эпика, и мы продолжаем играть как Final Exam! Final Exam! Да. Мы уже прокачались, и мы начинаем следующую миссию, следующих этих... следующую карту. We had no choice. We had to force a path through. By picking our way through all the junk and rubble. Nearly there. But then, it wasn't much better on the other side. Опа, нам нужно какие-то ящики принести. Ну пошли. А, взрывчаточка. Понятно. Слушай, я же офигел. Ой, нифига себе тут. Так, стоп, где я? Я не понимаю. А, вот я. Так. Конечно, все очень круто, забирай патроны. Нет, тебе нужно, забирай ты. Ладно, давай я потом себе прокачаю, кстати, эти самые пистолеты. Берем по ящичку и понесли. Кстати, я так и не понимаю, как работает то, что мы прокачали. Ну что, разберемся. Ика! Это меня! Я поставил свой как раз на землю. Тут мы... нет. А ты нет. Поднимаемся наверх. И быстро, очень быстро. Ну иди нафиг. Блин, я остался внизу, я остался внизу. Ой. Что, ой? Берем, и ты в этот раз уже опускаешь вниз левой клавишей нижней. Я помню. Прям сейчас, ставь. Да, я разбиваюсь. Давай раз... просто месси все. Берем, пошли. Ха! Ой, эта игра, она просто убивает меня иногда. Б? Б. Все, пошли нам еще на коробочку. Забирай гранатки. Ты у нас спец по взрывчатке. Пошли. Почему я... отлично. Не могу бежать. Тема. Да, джойстик вырубился просто на секунду. Так, ты берешь или я беру? Что? Ты бери ящики, я тебя защищаю, давай. Окей. Стой. Ну ладно. Пошли, 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 пошли. Я тебя засмотрелась. Опускай вниз. Ой, ты молодец, ты снова выбрала самую лучшую кнопку для того, чтобы... Блять. Отлично, снова я потеряю кучу ХП. Так, все, ящик я несу. Защищай меня. Я как бы тебя не жду. А я как бы здесь разбираюсь, чтобы тебя с тылу не взяли. Мне никто не взял. Что это было? Не знаю, что это было. Собирай патроны. Долг. Угу. Последний. Бежим, 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 бежим. Ну как бы тут взрыв будет, поэтому нужно бежать. А там снизу еще можно было пойти. Ой-ой, это что-то новое. Ой-ой, это ты что сделала такое? Это то, что делает именно этот мачете. Пошли вниз. Так.
Опа, один из СМИ, отлично, я не знаю, что это значит. Но что-то это значит. Ой-ой, ты мать, ты... Они по этим, по потолкам лазят. Ну, короче, для них лучше пользоваться столами. Потому что столы, они всегда круче, лучше, и они рулят. Так, у нас еще у каждого есть по одной хилке, если что. По три гранаты и по куче патронов. У меня в особенности очень много патронов, уже 18. Что это было? Нужно толкать. Толкаем, толкаем, толкаем. Ой-ой, Икс. Эти твари. О, блин, ну куда ж ты уходишь? Стой! Дай мне патроны взять. Мне патроны взять. Я пошел толкать, пошли. Да ну, мать твою, ты что делаешь? Так, я поднимаюсь наверх. Ой-ой-ой, нет, я никуда не поднимаюсь. Просто так. На! На! У нас, походу, скиллы как-то повышаются, я помню. Отлично, понятно. Все, отлично. Дай мне одну. Ну да, у тебя много патронов, у меня мало. Стой, нам сюда подняться надо. Фух. Это у нас сложнее, нежели Resident Evil. Да, Resident Evil полегче, я да, правда. Если видно, что... Да, вот что... Опа. Чё-то я такой взял. Коктейль Молотова. Вместо этого, вместо гранаты, понял? Поняла, поняла. Так, у меня патронов по фулу. Ты взяла, да, отлично. Все, я тут. Тащи меня, рабыня. Да, господин. Окай. О. Стоп, да пошли, мы же не сможем ее взять пока. Вот здесь мы сможем взять. Да. Да, блин. Ой-ой. Он просто меня сел. На. Ой-ой. Ты горишь. Я забыл, что у меня коктейль Молотова. Ну ты молодец. Эй, давай возьмем, да, вот сейчас эту штуку. Сейчас я возьму, подожди. Там какой-то пацан был, или мне кажется. Ты можешь ниже опуститься. Эй-эй-эй-эй-эй. Ты не понимаешь, что я тоже могу. Блин, был бы Unlimited Battle, было бы очень. Плохо, что здесь экран не разделяется. Да, вот так. Как в этом, как в Лего. Стоп, нам надо было выше подняться. Так, подожди, подожди. Ну я ладно. Хочу, там эти псы. Да, пошли, 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 пошли. Да ну офигеть, а здесь еще нет. А еще ниже. А еще ниже есть. Ура. У меня мало хп. Слушай, ты хочешь себе коктейль Молотова? Блин. Бери, мне он не надо. Мадам, пока. Натет. Вот тебе. Размолоть. Опа, у тебя скиллы какие-то готовятся. Знаю. Надо проверить новые умения, которые я взял. Блин, не то. Я тоже скилл повысил. Как-то там...
Ой-ой-ой! Это скилл. Эй, я тут снизу. Короче, смотри, зажимаешь правую клавишу, вот эту, левый бампер. Я помню. Офигенский. Только стой, ты потратил весь, я потратил весь. Так, сколько? Бери себе. Я ж погибающая. Так, стоп, у нас тут внизу может что-то. Да, кстати, да. Шли сюда сходим. Ничего нет, да что за фигня, ничего никогда нет. О, стой. Что ты делаешь? Это не я, это ты стрельнул. Я вправо стрелял. Я не знаю, что ты сделал, но... В общем, каким-то образом все плохо начинает. Наверх. Давай еще влево, в самый... Давай. Я же не против. А, вот наверху вижу, что-то есть. Что, мы вообще заблудились? Мы так ходим... Ходим вокруг да около, да, и вообще непонятно куда. Пошли. Сколько здесь всего? О, наконец-то, хоть какой-то конец. Конец, да. Вниз? Наш... Наконец-то есть конец. И тут ничего нет, отлично. Черт, фу, это слизь, как я слизь, а ты максимум слизь. Пошли. С кем нету? Нет, ничего, Слёк. Это так и надо, или это ты? Это не я. Это ты. Ну и чем я так сделала? Я жаркая девушка. Что ты хочешь? Горячая. Все воспламеняется. Вот это вот офигеть, мир большой. Да. Что мы тут делаем, вопрос? Кислая, давай, может, пойдем назад? Третий из семи, ну вообще просто. Чем ниже, тем веселее, я слышу. Я слышу там эти гадкие звуки. Я же говорила. Забирай кружочки. Вот, видишь, это ты как раз была. Чем? Я стрелял вправо. Чем я это сделала? Ты выстрелила в мою сторону. Ну да. Ну, серьезно? Ты был там ближе. И вообще, я только... Давай, вы издеваетесь, а ну стой. Нет, дверь не открылась. Ладно. Ой. У меня 7 патронов. Ой, у меня уже 0 патронов. А вот у меня не было патронов, чтобы вспомнить тебя. Поднимаемся наверх. Вообще невероятно большой мир. Куда идти, что делать? Да, это огромный мир. Опа. Отлично, я взял револьвер. Что ты берешь, а я? Ничего, пусть у меня будет. Я буду гангстером. Слышь, ты гангстер. Смотри. Бум. Да я вообще не ты что? Только у меня патронов больше. Нету мало патронов, ну, на него надо. То есть как? Да, в нем мало патронов, но зато убойный, капец прям. Слонобойка, зато мы нашли второй. Потом себе оба возьмем. Стоп, нам вниз надо. Внизу небо. Нам что-то все показывает наверх. Ну, потом поднимемся просто. Будем без остановки подниматься. Вот здесь обитают черепашки-ниндзя. Кстати, да. Это метро черепашек-ниндзя. Не, они в канализации жили. Слушай, если что, мне патрон надо. Эй, пошел вам! Да. О, патрончик. Бери еще патроны. Отлично. У меня просто их мало, и у меня такая имба, знаешь. Что? Имба. Что? Имба. Ну, то есть мега крутая пушка. Да, именно так мне и послышалось. Да. Так, куда нам дальше? Нам, короче, везде наверх надо идти. Поэтому, пожалуй, даже не останавливаемся. Я придумала, как быстро подниматься. Прыгаешь вверх? Я понял. Вот эти вот. Да, собаки, они меня слупали. Че это? Опа. Справа. А мы были справа? Эй. Я не знаю, давай сходим. Я же не против. Смотри, реально.
разбирайся уже с ним. А мы там слева не были, сверху именно. Ой, да слушай, мы уже... Да, вот там. Ну ладно, пошли. Вот. А! Стоп, на нее надо типа... Нет, она, по-моему, взрослая. Нет, меня просто все... Я понял. Бери патроны. Да, мне надо будет. У меня немного их, и немало, но все. Там мы ж тут были. Там нет ничего, пошли. Не, ну все. Какой только бочку распределить возле меня, я ж тебя восстановлю. А я сам восстановлю. О, коктейль молотого, сейчас я возьму один. Все, пошли, уходим, просто без остановок. Так. Назад, надо пока назад. Бум. Ой, подожди, я что-то вообще... Да-да, есть немного. Давай, бей. Замкнутых пространствах эти твари, собаки летучие, они как бы выигрывают у нас. Вот в этой реальности, да, представляешь? Ой. Да, мы что-то не туда пошли. Вот сюда. Алло, гараж. А, да-да, понял. Опа, я хипальщики нашел. Так, что тут надо делать? Я сильная женщина. Отлично, все исчезли. Супер, мы прошли миссию. И сразу. Альберто. А что на Альберто? Альберто. А, он... Не, слоп, он какой-то... Он обычный Альберто. Так, нужно идти Альберто. Нам. Hide and seek. А ты понимаешь, что нам теперь вниз надо идти все время? Черт возьми. Почему? А, вот, да. А мы там все уже облазили. Ну ничего, спустимся еще разок. О, Альберто. Здорово, Альберто. Ты норм, Альберто? Да он нам уже обосрался. Спускаемся вниз и там раздаем говна. Ну давай, я возьму. Давай. Ой, что-то у меня. Все. Возьми гранату, у меня коктейли молотом. Фу. Да блин, у меня дурак в одну сторону. Ой, давай, у тебя супер миссия, это намёк. Я хочу взять и всё. Что же там есть? Тут у меня 300 патронов пошло есть. Так, вопрос в чём? Я не могу взять, у меня фул. Мне нужно хп восстановить, вот в чём. Ой, мне тоже. Пошли. Вниз. А потом уже внизу разберёмся. Смотри, куда? Просто вообще. Просто я как гангстер с этим. Это просто супер большой прыжки. У меня патронов поплыло, отлично. Бери патрон. Да. Надо как Альберта было, а? Кстати, да, по вентиляции просто. На, сынок. Патроны
Кстати, да, мы в этом. У меня патронов по максимуму, кстати, нет, перезаряжусь. Возьму. Ну потому что я мастер, просто мастер пистолетов, понимаешь? Она мне сюда. Пошли, пошли, пошли. Я надеюсь, босс будет какой-то попроще в этот раз. Я очень на это надеюсь. Спускайся. Стоп, нет, нам надо, нет, не сюда, а сюда. Бежим. А, не факт, может я не дурак бежал. Эх, по фулу уже всего. А вот, вот Эльберта. Может ее как-то там, не знаю, застрелить? Или что? Не нужно светлый. Стой, 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 отлично, мы нашли. Ну, давай на этом заканчивать. Да, потому что мы как бы это закончили. Вот и Альберта, кстати. Нашальники. Нашальники. Ой, это босс. Ну вот перед боссом, думаю, мы, наверное, и закончим. Да. С вами были... Дидай Вудебики. И всем пока-пока-пока.